Ученицы художественной школы «Колорит» сегодня вручают свою работу представителю пожарно-спасательной части номер 6 Саиногорска. Это их подарки по случаю празднования 370-летия пожарной охраны России. Идея оформить кабинеты сотрудников их портретами и зарисовками рабочих моментов пришла Юлии Пушиной, начальнику отделения профилактики пожаров. Они будут удивлены именно работам, потому что работы в нашей организации, конечно, портреты никто не видел. Замысел был вообще как-то под секретом, поэтому дети сами рисовали, а сегодня-завтра мы будем показывать уже данные работы. Для создания картин в художественной школе провели конкурс среди учеников и выбрали тех, кто быстрее рисует. По словам Юлии Пушиной, картины юных художниц – это профессиональные работы и достойное украшение рабочего интерьера. Пожарные оформят их в багет, как полагается.